разберем задачу на жесткость воды. Вода, содержащая только кальций HCO3 дважды, имеет жесткость 9 мг эквивалент. Сколько граммов кальция HCO3 дважды содержится в 500 литрах воды? Выпишем, что дано, что определить из задачи и решения. Первое. Чему равна молекулярная масса кальция HCO3 дважды? Подсчитываем. Получается 162 граммоль. Второе. Чему равен грамм-эквивалент кальция HCO3 дважды? Так как это соль, то это равно мольной массе, деленное на валентность и на количество металлов. Подсчитываем, и получается 81 грамм-моль. Третье. Сколько миллиграмм-эквивалентов кальция HCO3 дважды содержится в 500 литрах воды? Составим пропорцию. В 1 литре воды содержится 9 мг эквивалентов, а в 500 литрах воды содержится x мг эквивалентов. Делаем расчет, и получается 4500 мг эквивалентов литр. Четвертое. Сколько грамм кальция HCO3 дважды содержится в 500 литрах воды? Составим пропорцию. В 1 мг эквивалент находится в 81 грамме, а 4500 мг эквивалент находится в x граммов. Делаем расчет, и получается 364,5 масса кальций HCO3 дважды.